Добрый день или вечер, уважаемые коллеги. Меня зовут Белостоцкий Александр Михайлович. Я профессор Московского государственного строительного университета. И вы удивитесь, но и Пермского национального исследовательского технического университета также. И генеральный директор научно-исследовательского центра «Стадио». Область моих интересов связана с расчетным обоснованием напряженно деформированного состояния, прочности, устойчивости, безопасности, уникальных зданий, сооружений и комплексов, ну, самого разного значения. Это и атомные станции, и гидросооружения, и высотные здания и комплексы, большепролетные, включая в том числе и олимпийские объекты, вот к Олимпиаде в Сочи, и стадионы футбольные к чемпионату мира 2018 года и так далее. Поэтому область моих интересов весьма близка к той теме, которую мы будем затрагивать на протяжении ближайших, ну, как минимум, 8 лекций. Эта тема видна на экране, называется она «Безопасность зданий и сооружений». Она весьма актуальна. Я знаю, что к ней проявляют интерес не только Пермский университет технический, но и практически все университеты, где есть специализация, ну, типа строительства уникальных зданий и сооружений, например. Давайте посмотрим, как я хочу построить, как я хотел бы построить наши занятия, какие темы затронуть, в какие области углубиться. Хотя это не догма. Я могу повторить, наверное, если не говорил об этом, что весьма приветствуется обратная связь, то есть если я буду знать вашу реакцию на то, что я рассказываю, там, скажем, сегодня, я смогу завтра и послезавтра на следующих занятиях это учесть, ну, углубившись в одну тему или, может быть, как-то опустив или более лаконично затронув другую. Но я как бы разбил эту тему, ранжировал вот так, как я понимаю ее, и как я считаю ее полезным преподать для вас. Итак, мы видим 8 тем. Они весьма, вроде бы, внешне разнородны. По мере продвижения я буду их, так сказать, раскрывать. Ну, в той степени глубины повторяю, как мне кажется, это правильно для вас, для магистрантов. В меру, естественно, своих знаний. И с учетом все-таки, что вы не доктора наук, а пока еще, так сказать, учитесь на это. Итак, первая тема, я считал необходимым ее поставить именно первым, это основные понятия вида безопасности, есть таковые, нормативные требования к обеспечению механической безопасности, мы имеем дело прежде всего с техногенной безопасностью, то есть безопасность, скажем, ну, так сказать, против террористических угроз в наших лекциях не будут рассматриваться, это предмет для рассмотрения, как вы понимаете, другими службами, там ФСБ и так далее. И место и роль расчетного обоснования напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости несущих конструкций. Ну вот сокращение НДС нами будет использоваться в дальнейшем часто. Поскольку мы, так сказать, люди технические, то, надеюсь, мы не путаем НДС, напряженно-деформированное состояние, с НДС как налог на добавленную стоимость. Да? Значит, обосновывать налог на добавленную стоимость смысла не имеет. А напряженное деформированное состояние очень даже. То, что здесь вот вы видите, что расчетное обоснование напряженного деформированного состояния прочности и устойчивости занимает значимое место, связано не только с моим опытом 40-летним без малого и там моими приоритетами, но и действительно с той большой ролью, ну я бы сказал центральной ролью, который играет сегодня это расчетное обоснование, в обоснование безопасности по всем необходимым нормативным критериям. Так было и раньше, но мы увидим, что сегодня эти возможности гораздо шире, но не только возможности, но и требования гораздо глубже и, так сказать, обширнее, требования нормативы. Итак, первая тема, она здесь обозначена. Что нужно сделать, чему надо удовлетворить, для того, чтобы не только мы сами считали это здание, это сооружение или этот комплекс безопасным, но и все сообщество, включая и, значит, экспертное сообщество, признавало это здание или это сооружение таковым,
на все время ее строительства, эксплуатации, ну и, может быть, вывода из эксплуатации в зависимости от типа этих зданий и сооружений. Далее вторая тема, которая очень важна. Должен сказать, что совсем как бы не закрыто, что называется, в научном плане, то есть не до конца исследовано. Более того, полагаю, что никогда до конца на исследовании не будет. То есть там очень серьезно есть научный подтекст. Ну вот тем, например, из вас, кто видит себя в дальнейшем, так сказать, на научной стезе, эта тема очень даже интересна может быть, для того, чтобы приложить к ним свои усилия и двигаться в этом направлении. Это нагрузки и воздействия, основные и особые сочетания нагрузки и воздействия. А тему будем касаться. Сейчас, сегодня не буду более подробно на эту тему говорить, просто предлагаю вам как бы зафиксировать свое внимание вот и на этой теме также. Должен сегодня также сказать, что мы сегодня присутствуем в такой очень интересной и, быть может, не вполне определенной, ну и по этой теме тот же момент. Почему? Есть, вы знаете, наверняка, строительные нормы и правила, да, которые регламентируют, ну в том числе, определение нагрузок и воздействий самых разнообразных, весовых, полезных, временных, климатических, включая снеговые, ветровые, температурные и так далее. Эти СНИПы, как правило, довольно давние. Это не говорит об их плохом качестве, говорит о том, что для своего времени они были весьма прогрессивны. Они нуждаются, разумеется, в актуализации, как принято сейчас говорится. И такая актуализация идет. Сейчас вот выходит серия СП, так называемые своды правил, актуализирующие эти СНИПы под новые условия и новые знания. К сожалению, должен это сказать сразу, качество этих СП, как правило, в среднем очень низкое. Это касается не только СП и СНИПов в строительстве современных, но и, к сожалению, других отраслей. Вот. В то же время или в параллель идет процесс гармонизации или, так сказать, приближения европейских норм, еврокодов так называемых, к нашим условиям. Это как бы встречный или там, параллельный, если не перпендикулярный процесс. Да? Поэтому сегодня, значит, у нас есть такая целая серия как бы документов, которым мы должны пользоваться. Некоторые из них дополняют друг другу, некоторые противоречат. Все они вместе содержат много, так сказать, таких темных пятен и пустых мест. То есть как бы здесь, если касаться нагрузок и воздействий, а не зная их, мы как бы не можем говорить о безопасности или небезопасности зданий и сооружений, не зная внешних воздействий. Так вот, здесь сегодня ситуация в нормативном поле, мы будем этого касаться, не очень определена. Далее, третья тема, тема, которая, ну, как бы так, столь же важна, в каких-то местах, может быть, в каких-то зонах она и важнее даже, это модели поведения материалов или сред и строительной конструкции, значимые виды нелинейности. Ну, тут перечислены они, физическое, геометрическое, структурное, ну, и конструктивное, и генетическое. Мы тоже этого коснемся, это уже, конечно, намного ближе к расчетному обоснованию напряженно деформированного состояния, прочности и устойчивости. Мы должны понимать, что если мы говорим о расчетном обосновании зданий и сооружений, ну, тем более сложных, уникальных зданий и сооружений, да, то мы, так сказать, в какой-то степени всегда находимся в приближении к реальному объекту, будь то проектная стадия или, так сказать, стадия уже реального строительства и эксплуатации. Материалы, ну, будь то бетон, железобетон, металл, грунты, описываются определенными моделями. Модели, значит, в той или иной мере степени приближения приближают нас, да, приближают нас к реальности, да, на то она и модель. А в каких-то областях или каких-то сред, ну, таких как сталь, металл и другие, да, на протяжении столетий практически разрабатывались эти модели, и сегодня можно сказать, что они достигли, ну, конечно же, не совершенства, но высокой степени правдоподобия, то есть близости к натуре. То есть эти модели, они являются все феноменологическими, то есть приближаются к, так сказать, к нашим наблюдениям. А вот, в то же время другие модели, такие как модели для железобетона, тем более для грунтовых сред, они еще весьма далеки вот от этого самого даже несовершенства, а приближения к натуре. И поэтому этих моделей существует и разрабатывается довольно много. Их, собственно, много потому, что нет ни одной, так сказать, вот такой единственной, да, которая бы описывала правильно во всех подробностях, да, во всех ипостасях поведения вот этих материалов. В
В то же время мы понимаем, что не имея возможности там, правильно описывать поведение этих материалов, мы не имеем возможности и правильно оценить состояние нашего объекта, который построен из этих материалов. Ну, это вроде бы очевидно. Поэтому этой теме мы уделим достаточно много внимания, равно как и видам нелинейности, потому что вот различного рода модели поведения как материалов, так и конструкций, они сопряжены, ну и в том числе и возведение этих конструкций, сопряжены вот с этими нелинейностями или могут быть сопряжены. Когда в 95% случаев расчетчик, ну тем более на стадии проектирования, считает, задает модель линейную, она линейно-упругая, она геометрически линейная, там грунтовое основание, там, скажем, неперовское, да, это не более чем такое нулевое, ну или начальное приближение, да, и хорошо, если это начальное приближение, ну, более-менее недалеко от истины, но это столь же хорошо, сколь и редко. А вот за точность надо платить. Надо платить в том числе вот возможностью и необходимостью учетом этого видов нелинейности. Это в ряде случаев весьма трудоемкий процесс, как для тех, кто, собственно, хочет это учесть, потому что требуется понимание, да, того, что за нелинейность он учитывает и как он ее учитывает, в рамках какой модели. Так и с точки зрения времени, так сказать, на задание эту модель, на проведение расчетов и на анализ результатов. Но, как правило, оно того стоит, то есть вот учет всех этих видов нелинейности для ряда конструкций, ряда способов их возведения приводит зачастую к результатам качественно, повторяю, качественно, отлично, от того, что дает такие вот канонические, да, хрестоматийные схемы одномоментного возведения и, так сказать, линейно-упругой работы системы. Так, это третья тема. Четвертая тема, которая, ну, отчасти примыкает к третьей и развивает ее, отчасти можно назвать ее самостоятельной, это нормативные критерии деформативности, прочности и устойчивости. Тут, как я говорил про нагрузки и воздействия, так и здесь существуют как большие наработки в области, так сказать, нормативных требований, ну, понятно, за последние десятилетия они, так сказать, также более или менее развивались, так и определенный консерватизм и черные дыры. Да? Потому что сегодня мы это увидим, методы расчетов напряженно-деформированного состояния продвинулись, ну, за последние десятилетия, пару-тройку, по крайней мере, продвинулись очень далеко. Мы можем учитывать вот, упомянутые мной, в том числе и виды нелинейности, учитывать динамические эффекты, трехмерные эффекты, ну и целый ряд других полезных для обоснования, расчетного обоснования безопасности факторов. В то же время прогресс в критериях деформативности, прочности, устойчивости, ну, скажем мягко, не был столь значительным. Да? И можно сказать, что наши критерии нормативной оценки, они, ну, уступают по своей, так сказать, прогрессивности, да, тем методам расчета параметров напряженно-деформированного состояния, которые мы сегодня имеем. Ну и, наконец, пятая тема, базовые методы, алгоритмы и программные комплексы численного моделирования нагрузок и воздействий, НДС прочности и устойчивости, несущих конструкций, ну и так далее, да, на значимых этапах жизненного цикла зданий и сооружений. Должен вам сказать, что это не только мое мнение, общаясь там на различных форумах, не только российских, но и международных, мы с удивлением обнаруживаем, так сказать, почти единодушное такое мнение и наших западных, иностранных коллег на эту тему, да, что сегодня с ростом мощностей, ну и таких видимых возможностей программных комплексов, да, такое, так сказать, возникает такая иллюзия у пользователей, да, особенно у молодых пользователей, у, так сказать, не прошедших жизненную школу, да, что нажав там определенное количество кнопок в определенной последовательности, можно получить значимый результат, более того, этот результат положить на стол и использовать его в качестве обоснования безопасности, в том числе серьезных, уникальных зданий. Это очень опасное заблуждение, это вот, как знаете, такое ядерное оружие в руках дикаря. Да, то есть, вы будете такими дикарями оставаться до тех пор, пока вы не будете знать основ, которые положены, в том числе вот в эти мощные, мы их будем, естественно, перечислять,
оказывать мощные программные комплексы. Этими основами являются как раз базовые методы расчета, ну, включая, конечно же, лидер современный, это метод конечных элементов, в разных его ипостасях, в разных его вариациях. Вот. Это алгоритмы, которые реализуют эти методы, ну и, собственно, вот те самые программные комплексы, которые реализуют то и другое, ну плюс там массу радостных для пользователя возможностей, да, быстро задать модель, быстро провести расчет и быстро его проанализировать. Когда я говорю быстро, это не означает тупо, да, это означает, что вам экономит время, но вам экономит время для размышления, да, то есть не для того, чтобы просто быстро сверстать картинки в отчет и идти в кассу за зарплатой. Вот это очень опасный момент. Поэтому пятому разделу мы тоже посвятим серьезное внимание. Конечно же, он касается не только безопасности, да, не только раздела безопасности, да, но тем не менее здесь, наверное, он как бы серьезно влияет на безопасность, да, потому что если этот раздел выполнить недостаточно подробно и без соответствующего уровня базовых знаний, то шансов на получение, на обоснование безопасности будет очень мало. Все, что мы говорили пока, ну вот по крайней мере по пятой лекции, по пятому направлению, касалось большей части, ну, так сказать, стадии проектирования, скажем так. Но на самом деле сегодня, уже, так сказать, достаточно давно, особенно для уникальных зданий, сооружений, комплексов, осознанно, что стадия проектирования, в общем-то, не заканчивается, а только начинается обоснование безопасности. Да? Это еще связано с тем, что здания, сооружения, они живут по законам, ну, в частности, нагрузки воздействия, да, или там, значит, какие-то критерии прочности, которые могут быть очень сильно отличаться от нормативных, очень сильно. Поэтому вот для уникальных, по крайней мере, зданий и сооружений является сегодня, когда это было обосновано или осознанно, мы об этом поговорим отдельно, является обязательная система мониторинга несущих конструкций, то есть разработка и реализация на объекте системы мониторинга для стадии строительства и эксплуатации. Ну, когда я говорю, что она является обязательной, это не означает, что мы этой степени обязательности достигли в жизни. Да? К сожалению, мы имеем дело где с игнорированием, где, так сказать, с подменой понятия, а где там с откровенной, так сказать, ну, как бы профанацией, да, этого понятия, понятия мониторинга. Но тем не менее мы должны знать, куда мы должны двигаться и что должно лежать в основе системы мониторинга. На наш взгляд, и мы это покажем в шестом занятии, в основе этих систем, расчетно-экспериментальных по своей сути систем мониторинга, должны лежать прогнозные, адаптируемые математические модели. Далее, седьмая предпоследняя тема, ну, наверное, она такая самая, так сказать, вкусная для слушателей. Я поэтому с нее не начинаю, потому что если с нее начинать, то как бы потом уже тяжело воспринимается все остальное. Это наш, ну, по преимуществу наш, не только наш, конечно, но мы тут ориентируемся и на наш опыт, прежде всего, наш опыт расчетных исследований, нагрузок и воздействий тех самых, напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости уникальных зданий и сооружений различных конструктивных форм. Этот опыт последних, там, ну, скажем, 10-15 лет, он представителен в том смысле, что вы увидите при рассмотрении этого опыта, ну, практически многие конструктивные формы, значит, наших уникальных зданий и сооружений. Многие ситуации, в которые эти здания и сооружения попадали, как на стадии проектирования, так уже и на других стадиях. Ну и те задачи, в том числе задачи сложные, с учетом тех факторов, о которых я говорил чуть ранее, которым мы были вынуждены учитывать, ну и что мы из этого получили. Ну и совсем уже под конец, как я считаю, такая квинтэссенция всего того, что мы, значит, говорим, и как демонстрация, ну или подтверждение, да, в том числе место расчетного обоснования факторов напряженно-деформированного состояния, прочности и устойчивости, это опять же наш опыт численного моделирования при экспертизе обрушения большепролетных зданий, да, то есть это вот опыт последних лет. Здесь мы покажем это на примере как резонансных объектов, ну таких как, наверное, известно вам разрушение, обрушение спортивно-оздоровительного комплекса с аквапарком «Трансваль Парк». Это 2004 год. Значит, мы принимали участие, более того, были основными при экспертизе
причин этого обрушения. Это обрушение большепролетного здания Басманного рынка в 2006 году. Ну и ряд других объектов, не столь резонансных, но где тоже видно, да, к чему может привести там недоучет ряда факторов на этапе расчетного обоснования, на этапе мониторинга, ну или его отсутствия, да, и на ряде других важных этапов жизненного цикла конструкции. Итак, вот этот план. Разумеется, он отражает некое наше авторское видение этой тематики. Разумеется, он может быть дополнен или наоборот, там часть может быть изъята, в зависимости от области интереса слушателей. Но я думаю, что он не будет бесполезен, по крайней мере, значит, я постараюсь вот в течение ближайших 8 лекций все сделать для того, чтобы вам было это и полезно, но и по мере, так сказать, возможности интересно. Ну, давайте начнем как бы в области этих интересов с самого неинтересного, но, к сожалению, необходимого. Да? Что сегодня регламентирует требования к оценке безопасности? Ну, есть куча, назовем так, вещи обиходных документов, всякие там ГОСТы, СНИПы, прочее. Но все-таки все они сегодня ходят или там построены под один федеральный закон. Вот наверняка те, кто имел отношение, ну или имеет отношение вот к этим задачам, этот федеральный закон знает и блюдет. Вот. Хотя его много ругают, там и, так сказать, как где-то там чрезмерно строгий, где-то, может быть, наоборот, либеральный в этой области, где-то оставляющий лазейки, а где-то, может быть, наоборот, не оставляющий, так сказать, необходимых степеней свободы для проектировщиков и расчетчиков. Но, тем не менее, закон есть закон, и называется он вот так, Федеральный закон Российской Федерации, 384 ФЗ его все называют сокращенно. Вы видите, что он действует, ну, с конца 2009, ну, по сути, с 2010 года. И называется он технический регламент о безопасности зданий и сооружений. То есть, вот если первые два слова убрать, три там, да, как раз получается тема наших занятий. Безопасность зданий и сооружений. Он состоит там из статей и пунктов. Я совсем не ставлю задачи вам его пересказывать. Повторяю, закон есть, его можно открыть, он есть в интернете и в печатном виде. Думаю, вам предстоит его изучить. Там есть много занятных и серьезных, и глубоких вещей. Есть, которые, повторяю, оставляют двусмысленность, так сказать, для, так сказать, толкования. Да? Но, повторяю, это отражает примерно наше состояние, наше понимание проблемы современной, да, в области безопасности зданий и сооружений. Ну, я позволю себе, хотя так обычно не делаю, все-таки зачитать некоторые положения, не своими словами, а вот то, как это изложено в законе. Нам это поможет, мы будем к этому возвращаться, поможет в дальнейшем в понимании то, что мы рассматриваем и, значит, зачем мы это рассматриваем. Итак, пункт первый в статье 16 требований гласит, что выполнение требований механической безопасности в проектной документации здания, сооружения должно быть обосновано расчетами. Обращаю ваше внимание, да, не просто какими-то там соображениями, там, да, философией какой-то, умозаключениями, ссылками на там опыт, да, а именно расчетами. Вот. Каким именно, мы посмотрим чуть позже, но именно расчетами. И иными способами. Ну, тоже запомним это, да? Указанными в части 6 статьи 15, ну, я ее тут не показываю, настоящего ФЗ, подтверждающими, вот эти все, так сказать, расчеты и иные способы, должны подтвердить, что в процессе строительства и эксплуатации здания сооружения его строительные конструкции и основания не достигнут предельного состояния по прочности и устойчивости, при учитываемых в соответствии с частями там, соответствующими, да, вариантах одновременного действия нагрузок и воздействия. Вот видите, в одной фразе довольно ловко и полно, значит, вот изложено все, что как бы, мы должны выполнить. Ну, люди с опытом или наоборот, без всякого опыта, прочтя
и правильно синтерпретировав вот эту фразу, этот пункт 1, могут вообще ничего больше не читать. Тут все сказано. Все остальное подробности, но, как известно, истина или дьявол именно в этих подробностях, поэтому мы немножко все-таки углубимся, да, в эту статью. И позволим себе посмотреть и пункт 2. Что же это за предельные состояния, вот такие, да, которые не должны достигать наши строительные конструкции и основания? За них должно быть принято состояние, вот за это предельное, да, характеризующее разрушение любого характера, понятно, да? Потеря устойчивости формы, потеря устойчивости положения и нарушение эксплуатационной пригодности, ну или иными появлениями, связанными с угрозой причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, ну и так далее. Там, далее вы видите, речь идет даже о животных, то есть здоровье животных и растений. Ну, до этого, я думаю, уже никто не доходит. Теперь о требовании вот к этим расчетам, да, потому что вот оказывается, что в этом федеральном законе, вроде закон писали чиновники, ну так может показаться, да? А тут, видите, такие вещи, о которых чиновники-то и слыхом не слыхивают. В расчетах строительных конструкций основания должны быть учтены все виды нагрузок, соответствующих функциональному назначению и конструктивному решению здания и сооружения, климатические, а в необходимых случаях технологические воздействия, а также усилия, вызываемые деформацией строительной конструкции основания. Ну, далее, так сказать, я повторяю, не буду вам все зачитывать, но тут достаточно подробно и со знанием дела расписано, значит, да, каким образом это надо учитывать, да, и какие виды, так сказать, там, какие факторы, да, на это влияют. Четвертый пункт. Тоже мы будем касаться этого в наших занятиях, безусловно, гласит о расчетных моделях. Да? То есть модели, которыми мы приближаем, так сказать, приближаемся к натуре. Да? Итак, расчетные модели, в том числе расчетные схемы и основные предпосылки расчета строительной конструкции основания, должны отражать действительные условия работы здания и сооружения, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. Ну, это положение такое общее из серии, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Ну, понятно, что лучше считать точнее, нежели не точно. Да? Но все-таки, вот что мы должны обязательно учитывать в наших расчетных моделях, то есть какие факторы или какие особенности мы должны в них учесть. Первое. Факторы, определяющие напряженно деформированное состояние. Ну, вроде бы очевидно. Да? Я напоминаю, что вот это НДС, напряженно деформированное состояние, под ним мы понимаем, ну, серию, так сказать, группу факторов, которые включают расчетные перемещения, деформации, усилия и напряжение. Если мы говорим о динамическом напряженном деформированном состоянии, сюда могут входить также скорости, ускорения. Если мы говорим о других факторах, еще другие. Ну, например, там динамические характеристики – это, собственно, частоты и формы колебаний. Ну, они как бы примыкают, не являются напряженно деформированными, но примыкаются. Далее, второй пункт, второй фактор, да, который должен быть учтен. Особенности взаимодействия элементов строительной конструкции между собой и с основанием. Ну, безусловно, да, у нас основные строительные конструкции покоятся или возводятся на основании, или даже внутри, так сказать, подземные, да, внутри основания. Поэтому не учитывать этого взаимодействия нельзя. Но действительно это взаимодействие имеет целый ряд особенностей. Мы этого, безусловно, коснемся. И вот эти особенности, они как бы прописаны, ну, может быть, не всегда и не во всем достаточно подробно. Да? Поэтому у многих, ну, те, кто берется за это, может быть, без понимания вот подробностей и сложностей, возникает зачастую иллюзия того, что, ну, все очень просто. Да? Мы берем какое-нибудь там простейшее винклеровское основание, то есть систему пружин распределенных, ставим на него объект наш строительный, вот, собственно, и вся модель. Да, в каких-то случаях, и тем более как первое приближение, это годится, но есть целый ряд объектов и задач, где это ведет просто к принципиально, качественно неправильным результатам. Да, поэтому здесь требуется привлечение и других моделей взаимодействия, других моделей грунта, которые, к сожалению, бывают весьма и трудоемки тоже. Да, то есть не просто это другие, но они и более сложные. Пространственная работа строительных конструкций. Вы видите, здесь тоже это требуется. Ну, я должен сказать, что в нашей практике, мы начинали еще 40 лет назад, но даже и сегодня мы иногда сталкиваемся с такими, ну, как бы,
людьми уже, так сказать, заслуженными, да, которые работают там по 40, по 50 лет, которые иногда там искренне уверены, что ну, вот схемы, сильно упрощающие работу конструкции, ну то есть не пространственная, там вот есть у нас пространственная система, мы ее каким-то искусственным образом приводим к плоской системе или даже там какой-то консольно-стержневой, предположим, да, что вот таким образом можно реально оценить, адекватно оценить состояние, ну в том числе напряженно деформированное состояние строительной конструкции. Ну, лет 40-50 лет назад в этом была жестокая необходимость, потому что не было мощных таких методов, алгоритмов и программ, которые позволяли за, ну, так сказать, разумное время оценить состояние именно системы как пространственной. Да? Сегодня проблемы в этом нет, и поэтому не пользоваться этим и приводить систему к какому-то упрощенному, идеализированному виду, иногда выбрасывать там ребенка вместе с водой, да, выплескивать, ну, в общем, нужды нет. Поэтому вот такая аргументация мною, например, не принимается, потому что, то есть, если система является на самом деле пространственной, да, то есть она не укладывается в рамки каких-то упрощенных моделей, там, не трех, а там двумерных или еще что-то, вот, то ее надо и считать как пространственную, то есть замоделировать ее как пространственную систему. Следующий, четвертый пункт, столь же, если не более значимый, сегодня. Да, пространственную схему сегодня практически все освоили, все, кто считает по известным программным комплексам, как универсальным, которым мы будем касаться, так и строительно ориентированным, да, ну, как бы все они имеют такую возможность, да, задать пространственную систему как пространственную и посмотреть, соответственно, пространственное же распределение параметров напряженно-деформированного состояния. Вот по-другому обстоит ситуация, к сожалению, сегодня с пунктом 4 тех требований, которые прописаны в 384-м федеральном законе, да, это учет геометрической и физической нелинейности. Мы уже говорили, что это два вида нелинейности, различают их 4. То есть геометрическая нелинейность – это невозможность неучета, да, уже больших перемещений или даже деформации, которые в геометрически линейных задачах происходят. И многие конструкции, особенно большепролетные, гибкие конструкции, да, они, так сказать, не позволяют отказаться или там, пренебречь вот этой геометрической линейностью. То есть мы тогда получаем существенно отличную от реальной картины. Есть целый ряд расчетов сегодня, мы их тоже будем рассматривать, видов расчетов, необходимых для уникальных особенно зданий и сооружений, которые невозможно считать или неправильно считать в геометрические линейной постановке, да? То есть не учитывать вот этих больших перемещений и деформаций. Итак, это требование, которое в ряде случаев, повторяю, особенно для гибких высшепролетных конструкций, является, ну, по сути, обязательным. По крайней мере, оценка, да, вот этого влияния, этой геометрической линейности. Но я уж не говорю о том, что целый ряд таких вот большепролетных и гибких конструкций теряет устойчивость, то есть работает в долг и за критической области, именно, так сказать, на фоне существенного проявления эффектов геометрической нелинейности. Поэтому, если мы это не учитываем, мы просто, так сказать, не рассматриваем вот этот важный предельный случай, да, который прописан федеральным законом в пункте 2, который мы смотрели. Физическая нелинейность, нелинейное поведение материала. Опять же, мы говорим, что в области, так сказать, интенсивных нагрузок, большого уровня напряжений, практически все наши материалы работают как физически нелинейные. То есть, диаграммы деформирования, деформации напряжения, да, ведут себя нелинейно. Это в лучшем случае нелинейно, а в худшем еще более каким-то сложным гистерезисным образом, которые не допускают упругую модель, да, которые не допускают упругую модель и требуют учета этих факторов. Ну, значит, опять же, мы будем касаться этого отдельно, в отдельной теме, мы об этом говорили. Значит, тема эта очень глубокая, ну, как и геометрическая, так и физическая нелинейность, этим занимаются уже не одно десятилетие, еще в такую довычислительную эру этим активно тоже занимались, то есть много там аналитических разработок. Но сказать, что мы сегодня, так сказать, решили все проблемы в научном, ну, если бы в практическом плане, было бы очень сильным преувеличением, особенно и если это касается вот пункта 5, это тоже по сути нелинейность физическая, это пластические и иерологические свойства материалов и грунтов. Ну, на самом деле, это, повторяю,
та же самая физическая неливинейность, но только для, так сказать, такой среды, наименее определенной из всех строительных, как грунты. Говорить подробно на эту тему не буду, потому что говорил о физической нелинейности вообще. Для грунтов это совсем тяжелый случай, особенно реология, то есть зависимость от истории нагружения вот этих нелинейных свойств. Сегодня, значит, из там 10 ведущих ученых-механиков в мире, значит, имеют 10 разных точек зрения насчет того, какие модели. Ну, конечно, каждый из них имеет свою модель. Вот, она, безусловно, самая лучшая. Она требует очень много параметров экспериментально определяемых, то есть это очень тяжело. И использование этих моделей в параллель, как правило, приводит, по крайней мере, к существенно разным результатам. То есть это говорит просто о том состоянии, где мы сейчас находимся. Возможности образования трещин. Ну, эта тема актуальна для всех материалов, но особенно для бетона, да, потому что бетон, скальный грунт, да, потому что они, по сути, не работают на растяжение, да, то есть не держат стягивающих напряжений, практически очень небольшие. Возможности образования трещин – это важная тема для того, чтобы правильно оценить состояние вот таких конструкций, таких сооружений, которые состоят, в частности, из бетона, железобетона, значит, скальных пород. Значит, не учет этого фактора тоже может качественно давать качественно отличную картину от реальной и тем самым делать ошибочный вывод о состоянии нашего сооружения, да, ну и стало быть его критериях его безопасности. Седьмой пункт тоже очень важный, и мы этим много занимаемся, может быть, даже я такую свеженький пример где-нибудь там на 7-8 лекции вам покажу. Это возможное отклонение геометрических параметров от их номинальных значений. Ну, о чем идет речь? Речь идет о так называемой чувствительности, такой термин, да, чувствительности нашей системы, нашей конструкции, наших зданий и сооружений к реальному положению, так сказать, основных элементов. Да? Потому что по проекту у нас все идеально, да, колонны, условно говоря, вертикальные, перекрытие горизонтальное, ну и так далее. Да? Вот, имеет такое-то сечение, да, имеет такой-то размер линейный и так далее. В действительности настройки все, как вы понимаете, происходит по-другому. Есть определенные допуски, есть определенные ошибки, иногда даже очень серьезные, иногда даже видимые невооруженным глазом. Я повторяю, вот я сегодня только прибыл с такого объекта, где как раз это все очень хорошо было заметно. И он не первый, к сожалению, не последний такой. И вот надо понять, а что, собственно, и как вот эти отклонения влияют на безопасность, да, запроектированного здания, которое запроектирован, который в проектном варианте является безопасным, прошел экспертизу. Вот. Но вот он построен как построен, да, и с теми отклонениями, которые зафиксированы, ну, в том числе инструментально и визуально. Вот что с ним делать, с этим зданием? Стоит оно, падает, и что с ним делать в смысле усиления необходимого? Да? Это тоже очень важная тема, и, как видите, она не обойдена вниманиями в основных требованиях по обеспечению механической безопасности зданий и сооружений федерального закона. Давайте теперь посмотрим немножко, так, кинем взор на реальные объекты, на наши российские, в том числе, где в особенности и в значительной степени эти требования безопасности и все необходимое, связанное с расчетным обоснованием, использовалось и используется сегодня. Ну, разумеется, это будет очень кратко. Вот я просто покажу некоторые характерные объекты и, может быть, некую специфику на этих объектах. Высотные комплексы. Ну, есть такой уже сегодня ставший каноническим, я бы сказал, пример такого высотных комплексов. Это Московский международный деловой центр Москва-Сити. Ну, здесь состояние, вы видите, на примерно соответствующее 2-летней давности. Сегодня там кое-что построено сверх того. Может быть, я там чуть позже даже покажу. Вот. Ну, здесь как бы не прибавить, не убавить. Вы видите, что это такой частокол высотных зданий самых разных архитектурных форм, конструктивных решений,
которые, безусловно, влияют друг на друга. Ну, понятно, что влияние как с точки зрения нагрузок и воздействия, предположим, ветровых, да, что вот как бы ветер, который проходит через этот частокол, интерферирует, то есть как бы одно здание влияет на другое в этом смысле. То есть это вот как бы такой типичный объект для численного моделирования или там продувки в аэродинамической трубе. Да? С одной стороны. С другой стороны, здесь есть безусловное влияние через основание, потому что осадка каждого издания влияет на другие здания, ну и так далее и тому подобное. Разумеется, все, что связано с каждым зданием в отдельности, как с высотным зданием, тоже нуждается в отдельном рассмотрении с точки зрения критерия безопасности. Вот. Ну, я скажу, что мы там имели отношение к некоторым из этих зданий, но вот об одном из них я расскажу поподробнее, повторяю чуть позже, потому что мы как раз на днях заканчиваем такую работу, и я вам как бы такую свежатинку, как говорится, дам, да, то есть это такой самый свежий. Ну вот здесь, видите, 2 года назад этого здания, о котором я говорю, еще не было практически, вот оно только начиналось, да, сегодня оно уже стоит почти в полной своей красе, там заканчиваются некоторые отделочные работы фасадные, вот, и, значит, я вот покажу, какие там интересные задачи, да, в плане обеспечения обоснования безопасности решать. Разумеется, не только в Москве и не только Москва-Сити строится, целый ряд других высотных объектов, где, так сказать, эти вопросы, о которых я говорил, обеспечение безопасности, стояли и стоят до сих пор в полный рост, ну, в том числе и вот необходимость реализации систем мониторинга, которые показывают реальное состояние этих объектов. По России тоже есть ряд таких амбициозных, где проектов, а где уже строек, которые ведутся. Но вот здесь показано, наверное, самое амбициозное из немосковских, это, значит, «Газпром», как бы, да, «Наше все», оно решило вот создать такой, значит, недоскреб, ну или, как продвинутые питерцы говорят, кукурузину питерскую, да, которая высотой там более 460 метров, на побережье, то есть там все прелести, значит, нашей строительной жизни присутствуют, то есть и сильные ветра, и дрянное, значит, обводненное основание. Вот. Но тем не менее современные технологии и, значит, обоснование проекта, да, в том числе, значит, расчетное обоснование проекта, позволяют вот такие здания, так сказать, проектировать и строить. Но опыт, вы, наверное, знаете, опыт там, Арабских Эмиратов, китайский опыт показывает это в полный рост, да, что строить можно все что угодно и где угодно. Ну, вопрос цены и, естественно, вопрос технического сопровождения, научно-технического сопровождения. Но, к сожалению, не все так замечательно, да, вы тоже это знаете. Вот если, давайте вернусь на кадр назад, если во всем мире, ну и у нас практически нет, но вот в мире есть считанные единицы, так сказать, там каких-то неприятностей, связанных с высотными зданиями уникальными, то для большепролетных зданий сооружений это такая вещь, к сожалению, к печальному сожалению, да, вещь такая достаточно часто встречающаяся, когда большепролетные здания, ну вот вы видите там покрытие стадионов, покрытие дворцов спорта, всяких там развлекательных, в данном случае аквапарка, спортивно-оздоровительного комплекса «Трансвальд Парк». Вот, они, значит, как бы коллапсируют, ну или, так сказать, обрушаются частично или полностью, зачастую с большими человеческими жертвами, с материальными, так сказать, потерями и так далее. Да? То есть мы об этом тоже будем говорить. Вы видели, на 8-й лекции у нас, так сказать, есть рассмотрение вот, через призму проблемы безопасности, рассмотрение вот, опыта экспертиз, значит, причин обрушения вот такого рода сооружений. И мы покажем, что, в общем, это не случайно, да, не случайно, что вот они падали, не случайно, что некоторые из них падают сейчас, ну и наша задача состоит в том, чтобы это не происходило в дальнейшем, да. Ну, вот здесь показано, повторяю, просто как своеобразная иконка, заставка, лейбл, показано, как это дело выглядело после обрушения Трансваль парка, здесь показано, как это выглядело 2 года спустя при обрушении покрытия, конструкции покрытия здания Басманного рынка. Мы, повторяю, будем этого касаться более подробно. Ну и целый ряд других, да? Целый ряд других объектов.
Теперь я хочу буквально, так сказать, очень быстро, может быть, заканчивая вот первую часть нашей лекции, касаемой вот этих нормативных и прочих основ, да, показать, каким образом мы пытаемся и действуем в этом направлении. В научно-образовательном центре компьютерного моделирования Московского государственного строительного университета, ну и, как бы, слово песни не выкинешь, так сказать, в материнской структуре этого центра, в научно-исследовательском центре «Стадио», где, собственно, эта съемка и происходит, который имеет уже не 5-летний, как НОЦКМ, а почти 25-летний опыт вот такого рода исследований. То есть какие-то направления. И вы увидите, что они достаточно тесно связаны. И в эти направления, связаны с проблемой безопасности, и в эти направления очень активно вовлекаются, ну вот, по сути, такие люди, как вы. То есть вот среди наших исследователей есть не только внедренный опыт доктора наук, кандидаты наук, но и аспиранты, и магистранты. Да? А, причем это те магистранты, которые потом идут в аспирантуру, то есть это наиболее такие, ну, как мы называем их, толковые в этой области люди. Ну вот вы, так сказать, с удивлением обнаружите, что задолго до вот этого федерального закона, который вы видели, да, который был написан в 2009 году, а вот этот текст примерно там 2005 или 2004 года, как раз вот на волне тех проблем, которые всплыли, да, так сказать, вспучились при рассмотрении причины обрушения Трансваль, парка Басманного рынка, да, вы увидите, что здесь, по сути, те же проблемы, которыми мы занимаемся. То есть это моделирование взаимодействия сооружения с грунтовым основанием с учетом реальных свод, поэтапности возведения и фактической истории эксплуатации. Учет физической, геометрической и другой нелинейности. Да? Вспоминаем соответствующие пункты федерального закона. Учет особенностей сооружения, да? Чувствительность, вот как раз отклонение зданий сооружений, их элементов от проектных параметров. Моделирование, чистое моделирование ветровых потоков и нагрузок. Да, вот вы видели тоже Москва-Сити, да, что это там необходимо для того, чтобы понять, какие же нагрузки действуют, потому что СНИП нам тут не помощник, там нет таких случаев. Расчеты, это мы уже как бы детализируем, на сейсмические воздействия. То есть, ну, в Советском Союзе, теперь в России, есть целый, так сказать, ряд зон, которые находятся в сейсмически активных, ну, не разломах, но, по крайней мере, в сейсмически активных районах. Ну, например, из таких недавних, это все олимпийские объекты Сочи находятся в сейсмически активной зоне, там это 8-9 баллов, это очень сильно. Краснодарский край, значит, весь Дальний Восток, особенно там Камчатка, Сахалин, да, то есть там вообще такое запредельное, максимально возможное сейсмика. То есть это все требует тоже разработки специальных методов, алгоритм программ, специальных оценок сейсмостойкости вот такого рода сооружений. И несмотря на то, что этой темой занимается очень давно, но особенно в таких странах технически передовых и сейсмически активных, я бы так сказал, это прежде всего Соединенные Штаты Америки и Япония, ну и в Советском Союзе этому уделялось серьезное внимание. Тем не менее, эта тема также далека пока от своего удовлетворительного решения. Мы на эту тему поговорим отдельно, безусловно. Расчетно-прогрессирующее обрушение, или это такой сленг, расчет зданий различных конструктивных схем на устойчивость к прогрессирующим обрушениям. Очень такая необходимая, ну, отчасти и модная тема, которая требует под завязку, под самый предел, учета вот всех тех самых факторов, о которых мы говорили, вот всех видов нелинейности, динамики и особенно вот больших динамических перемещений, да, которые могут возникать вот в процессе вот этого локального разрушения и последующего, значит, развития событий. Мониторинг. Мы видим, что эта тема тоже здесь обозначена, и это тема, которой мы занимаемся, которой занимаются наши сотрудники. И мы занимаемся, как бы, ею, как вы понимаете, не по разнарядке, а потому что действительно видим и необходимость, и серьезную недоисследованность этой темы. Да? То есть, как бы, те ГОСТы, которые сегодня, государственные стандарты, которые регламентируют, ну, или там пытаются регламентировать вот, виды и методы
мониторинга, они, как сказать мягко, очень далеки от совершенства, в ряде случаев просто среди технарей вызывают такой генерический хохот, да? Ну, потому что они либо нереализуемы, либо могут показывать совсем не то, что надо. А очень важная тема, тоже, безусловно, мы должны ее коснуться, как минимум коснуться, это моделирование задач огнестойкости. А особенно она была осознана, и осознана в комплексе задачи прогрессирующего обрушения после террористической атаки на башни высотки Близнецы торгового, Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 2001 году. Вот, мы этого тоже коснемся. Надо сказать, что вот такие печальные, трагические события, да, при всем их трагизме, они могут и должны служить уроком, ну, не только для всего человечества, да, и не только для политиков, но и для технарей. Да. То есть они показывают, что было правильно сделано в тех конструкциях, которые обрушились, да, ну, вернее, что было в них неправильно сделано, да, и, может быть, указывать на то, что было сделано правильно в тех, которые, ну, выдержали те или иные испытания. На этом мне хотелось бы закончить наше сегодняшнее занятие. Так сказать, я хотел бы закончить его еще двумя сообщениями. Значит, первое — повторением того, что наше занятие носит, я считаю, это правильно, должны носить по необходимости интерактивный характер. То есть не только я вам, но и вы мне должны рассказывать, что вы думаете обо всем моем сказанном. И я смогу тогда корректировать необходимое правильное направление свои сообщения. И второй момент, это был первый такой наш опыт технического, технический опыт презентации удаленной, да, поэтому если что-то вам кажется неправильным или вы что-то хотели бы улучшить, тоже обращайтесь к нам с этими предложениями, мы постараемся их учесть. Спасибо за внимание.